Все ссылочки будут в описании к видео. Ну, а мы, да, начали. Тем более здесь прям новое. Отлично, маг. Дальше будет у нас динозавр. Да, мы его тоже усилим. Тоже один раз. Хорошо. Погнали дальше. Бронзонг 40. Идиот. А вот его мы сейчас усилим. Прям два раза. Ну что, тоже 40 уровень у него остался? Серьезно? Нет, все, 41. Отлично. Биджик 41. Ну а больше у нас нет. О, виномор, белый тоже. Серьезно. Обалдеть. Так, продолжаем. Ух ты, ну кто? Обалдеть. Ну кто? Обалдеть, твой пойман аж 15. 2018 года. Обалдеть. Ну тогда же, когда я пить был понял. Ну и какой у нас теперь с тобой уровень? 42.
идет. Мне очень нравится. Очень нравится. Итак, 16 аж сентября было больно в 2017 году. Как это не самое первое встречение? По-моему, это не самое первое встречение. Ну что, с этого уровня можно вообще круто. До 30-го. Ну, в принципе, неплохо. Ну, это да, относительно недавно. Ну, в общем, просто все будет очень круто. Вот он прям так и хочет, чтобы... Надо было музыку уже... Так, но тебе я все равно сдаю. Что у нас? Ну, улетел. Хорошо. Можно удалить. Бессмыслица полная от него. Так. Но я с тобой распрощаюсь. Это раз. Во-вторых, магазин. Сколько здесь надо? Нет, не получается, да? Тут, блин, не получается. Ну а там по факту, друзья, ничего хорошего вот в этой коробке-то нету. Да ничего хорошего. А вот в этой уже... Блин. Ладно. А что здесь? Ключи. Ну что, никаких фоток нету? Ну серьезно. Ну хреново. Хреново. Ладно, пойдемте-ка вот сюда. Отправляйся. Смотрим, что мы. Там ничего.
Нет, удалили что ли? Ну зачем? Зачем это было делать? Не понимаю. Доволен. Ну и сейчас, кстати, Сквиртл в очках. Ну, может, блин, крутой попасть. Надеюсь, что попадет в руку. Ну и что с тобой? Какую мы тут миссию еще выполнили? А, это мы все здесь проходим. Нормально. Мне надо тут земляных и привидений. Ой, слоупок. Ой, 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 ой. Так, а мы можем крутануть? Да. Замечательно. Мы все крутанули. Сколько у нас здесь? Тоже не особо интересно. Так, а мы, получается, остановились теперь сейчас с контамка. А вот это вот хорошее. Ты, конечно, хороший, но не настолько. Давайте еще раз тогда зайдем. Я, конечно, конфеты только буду на легендарок тратить. Вопрос, в каком порядке мы их? Мьюту. Ну, ему конфеты такие не нужны. Я же правильно понимаю, предметы. Да. Мьюту нет. Грудон нет. А мы, кстати, давайте сразу пробегусь по своему списку. Перепроверю. Так. Да, скорее всего, Мьюту есть. Следующий. Грудон. А, где Грудон?
Граудон с ТП. Мне прям интересно. А может быть, я не так делал? Подождите. Я, наверное, не так делал. Я делал по номеру. Точно. 100% по номеру. Ну да, Артикуна 40 от 7.07. Да. Ну, этот Артикуна тоже 40 от 26.06.18. Да, есть. А вот он Артикуна от какого у нас идет? Че я, подождите. Да, этот от какого? От 26 марта 2021 года. Вот ему. А сколько ему надо конфет? Нужно больше пыли. Давайте мы ему все конфеты отдадим. Отменить. Подождите-ка, мне нужны предметы. Да. Да. Вот на нем мы, значит, и останавливаемся. Следующий после скантанка мы будем качать Артикуну. Так, хорошо, с этим мы разобрались. Погнали дальше. Погнали дальше. Ну, надо хоть что-то посмотреть. Я прям смотрю, я даже не знаю, мне глаза разбегаются. Куда бежать? Зачем бежать? Вообще сейчас. О, там даже танцы. Обалдеть. Ну, покемоны сейчас стандартные. Абсолютно. Ну, а в они тоже нужны. Ну, можно, кстати, как вариант быстренько пробежаться. Где он там у нас? Фроки. Подскажите, пожалуйста, друг. О, как я круто открыл. Фроки 93. Ну ладно. Не понял. У меня что, хорошего нету? У меня хорошего Фроки. Ну, хоть просто эволюционировали, то хорошо. В шоке. Не, подожди. Ну, здесь ничего интересного, да? В принципе, знаете что? Все равно, что нет сюда. Да. Все равно, какие-то новые задания получил. Что ж у нас здесь за покестоп? Мемориал, военно-исторический музей. Ну, я хочу вот так вот рассмотреть. Прохоровское поле. Конечно, поставлю лайк. Я здесь бывал и не раз, а если вы здесь не были, друзья, приезжайте. Вам понравится. Здесь очень красиво, все очень.
раньше были такие топы. Это только мало часть, это только мало всего того, что тут есть. Ого. Так. Старт. Теперь мы разворачиваемся вот так вот. Блин, ну почему двигаться на чуть-чуть, а? Эволюционируется, да. Обидно. Ну, ладно. Зато ашалоту сейчас просто куча. За эти 25 минут посмотрите, ничего. Время, конечно, летит по полной. Ну, да, крутим. Что нам за квест надо? Думать 10 стрельных покемонов. Ага, особенно сейчас. Давай ты их 10. Крутанули-то, да? Крутанули, но не пос... А, нет, все, посмотрели. Замечательно. Да, зато ресурсов потрачено немерено количество на все это. Просто немерено.
Ну, в принципе, нужны. Это мало. Это мало. Ух ты! Помню, что это задание. Мне еще и земляных надо пофоткать. О, одно и то же, одно и то же. О, ну это бесполезно. О! И вот теперь у меня ресурсов мало стало. Охренеть. Но было много теперь мало. Выполнить 7 заданий для полевых квестов. Да отстань ты, блин, опять. Одно и то же. Не хочу тебя ловить. Сегодня я ресурсы на тебя потрачу. Вот реально. Я тебе еще. Ой, ё-моё. Ну, охоту-то устраивал, но... Сфил. Хороший мир. По-моему, 90%. Причем их там количество привычных. Ну, пока мы идем к кислоту, еще можно петушечку поймать. Очень противный бедок попался. Очень противный. Так, какой там полевой квест выскочил? О, это легко. Это реально легко. Прокрути, и стоп, и гимн. Сейчас мы прокрутим. Что у нас? Третье ратное поле. Память в поле. Тоже одно фото. We'll be right back.
с первого раза. Вообще не сходилось. Слабо. И я опять упустила. Да блин, что у вас так много? Скажите мне, что у вас так много? Попался, крошка, попался. А мне, кстати, сказать, а можно тут по IV выставлять? По уже, по боевой силе, ну, в общем, хрен я чем. Ну, последнее, что мы с вами сделаем, еще одно убийство. Точно, точно, точно. Не, это я прям погорячился, 1200. Я могу добавиться. Да, я не знаю. Почему бы нет? Решил все-таки 95. Те пореже и покруче. Да, собственно, я крутил. Ну нет. Звонится на Прохоровском поле. Вот здесь столько фотографий. Здесь столько фотографий. Ой, понравился. Ой, какая ночью здесь небо. Прям со всех сторон обчетки в разное время. Ух, 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 как много. Ой, это вот мне нравится. Ну жалко, нельзя приблизить. Ой, красотища. Какое небо красивое, какая красота. Вот запись идет. Ну, слава богу, хоть запись. В основном одноплановые. Так вот здесь получше. Честно, я уже устал бы здесь. Неужели все? Неужели все? Ну, не замечательно. Вы мне только, друзья, скажите, сколько вы здесь уже стоите. Мне прям очень интересно. 103 дня. Замечательно. 103 дня.